общем-то, я вот оказался чисто заспаунился в квартире Дани Жесткого. Вот. Вот такой у него сетап. Расскажи вообще, что тут? Из основного. 360 Гц моник. 360? 360. 360. Новых. Недели две ему, может быть. 4090. А ну-ка, давай на нее посмотрим. Ну, вот такая вот. Настолько огромная, настолько огромная, что даже я не могу закрыть корпус стеклом. Ошалеть. Вот. И, в принципе, из нового мышка. За 30 тысяч рублей Final Mouse. Хочешь, даже коробочку покажу? Не надо. Ну ладно. Поэтому сейчас я сажусь за этот компьютер, играю и, ну, чисто вот так в моменте. Мы уже в каточке, зашел я с аккаунта Дани, тут звание Берку, почему такое низкое? Меня подставили и слили его. Но, скажу честно, хоть и звание низкое, но инвентарь довольно высокий, будем честны. Мне Даня сказал, что могу выбирать, что хочешь, каким хочешь. Я решил себе взять за одну сторону вот такой вот ножик, а за вторую... Вот такой. Может, розыгрыш подписчикам твоим сделать? Любого скина. Все. Любой, ребят, выбирайте в комментариях, кто на котором наберется больше всего лайков. Дарю. Новый год же скоро. Ну, по девайсам, по монику, кто скажет в целом. Слушай, вот 300 Гц. Я только запустил катку. Вот многие говорят, ну что там 300 Гц, разницы нету. Скажу сразу, зашел так, чуть пофликал, сразу чувствую. И мышка 30 тысяч рублей стоит, но она супер легкая, легче, чем Logitech Super Light. Она прям... Мне очень нравится. Ну, за 30 тысяч, не знаю. Ладно, это все мы протестим. А, ну еще забыл сказать, что тут 4090 стоит, но при этом почему у тебя всего лишь 359 FPS? Это будет скоро исправлено, ребята. Скоро новый компьютер подъедет, и туда RTX 4090 вообще не летает. Ладно, ну это, конечно, смешно. Видеокарта по цене столько же, сколько у меня стоит весь компьютер. Не, ну ножичек реально имба, буду честен. Фух, все, катка начинается. Сейчас начинаем, что мы, за КТ сторону. Я хочу просто взять береты, смачок и пойти на Б. Угнул путь говорить. Вот это жесткий, ничего не скажет. Первый раз. Самая удобная кнопка, которую можешь только представить. Так, нет, не это. Hello. Здорово. Всегда Даня боковую клавишку. Здорово, Даня, говорит. Да, привет, я Даня. Ну пикни, пикни, пикни. Слишком, слишком открыто стоит. Убью. Это оф-энгл называется. Ну, у тебя сенса слишком большая! Не в сенсе дело, не в сенсе! 100% не в сенсе дело! Знаешь, почему я так широко встал? Потому что, когда он выходит, у него сразу прицел на край. А я вот так чуть бок подхожу. И у него он выходит не при фаре, это off-angle называется. Тут была бы сенса поменьше, дали было бы нормально. То есть, ну ладно, главное, мы протестим. Как ну, бы вторая, на... вторая катка у тебя будет на твоем конфиге, мы сравним. Но только играй нормально на мою, чтобы потом на своем круто не играть и сказать, ну вот, мой конфиг лучше. Жесткий, это что, видос записываешь? Ну как бы, записывает видос не жесткий я, но в принципе наполовину чел прав. Даня, ты что, видос записываешь? Да. Они реально верят, что это я. Они реально думают, что это Даня. Это не Даня. А, не, они заподозрили, что это не Даня. Я Даня. Кто такой этот ваш Даня, блядь? Ты что, жесткого не знаешь, серьезно? Нет. Мы видосе, не, я просто напишу, я Даня. Слушай, это полный позор, я вот, ну ты как бы известен, человек, у которого много скинов, а я вот с этим бегаю. Ты сам это выбрал. Ну, мой инвентарь ты похож. Ну это смешно просто, такие дорогие перчатки, такой ножичек. Наваха. Почему у тебя вообще в инвентаре? На Конечно, в телеграм-канале частенько розыгрыш проходит, поэтому подписывайтесь. Он Даню вырубил жестко только. Кто это? Хоть скажите мне. Я легенда. Или типа притворяется легенда. Да это наш... Кажу, меня позорит, взял этот позорный, говорит, не всякое. Тут пишут в чате, ты до сих пор на планшете, кто не знает, Даня последний ролик был про то, что он на планшете играл. Вот это фэны, я лечу 003, мне говорят, я на планшете играю. У меня все. А? Где? Аккуратно, не спеши. Ну я не могу! Ну это не она проклята, она проклята, она проклята. Эта мышка за 30 тысяч просто проклята. Ты видишь, я просто навожу на голову просто... Нету выстрела, нету попадания, не регает. Не, я говорю, я просто поставлю сейчас свои настройки 4 на 3. Вот реально, следующий катка, я подниму своих настройки. 4 на 3, все, пока это сделаю, у меня будет минимум фрагов 200. Ладно, знаешь, куда я еще минус заметил? Во-первых, у тебя как-то монитор далеко. Я вот играл с сетапом Глайд, у него монитор настолько близко, что я могу просто носом унюхать прицел чисто. Хорошо, если у тебя стоит монитор близко, как ты хавать будешь? Как ты поставишь? А? Сбоку. Куда? Ты ешь сбоку, ты ешь прямо и смотришь. Нет, у меня вот второй монитор, я вот так вот... Не-не, ты понимаешь, когда сделаешь так, ты все равно тело разворачиваешь. Ну, у меня вот в том, что тут моник стоит. Ну, ничего не будет так же идеально, как просто сидеть. Ладно, это хорошо, с этим можно смириться. Но то, что у меня в коленку упирается этот компьютер 4090. Ну, видюха большая, ты понимаешь. Ну, спору нет, можно же в бок поставить. Не так, что у меня прям, ну, подогрев был ног. Это за спине размято?
Да это все 360 Гц моник. Че, не привыкся вообще, да? Ну да. У меня за эту катку всего лишь 2 фрага. Я сейчас ставлю просто все абсолютно свои настройки. Все ставлю и уже по-нормальному тещу этот сетап. Потому что у тебя, Дань, конфиг, ну типа, ты взял его у Delight, а у Delight конфиг. Как же он ненавидит конфиг Delight. Ой, ладно, все, погнали. На моих настройках длинная катка. Миражик, то что надо. Отдыхай, друг. Все, сразу пошла игра, сразу. Уверенно. Найс. Nice. Уверенно. Отдыхай. Он просто лагинг. Не, он что-то переоценил беркутов. Он вот. Отдыхай. Показывай лайфхак. Если вы стоите тут нычки, у вас вот тут есть дырка, чтобы чекать чела, который в джангл притягивается. Да, конечно, его убили. Но тут я тоже как бы не пальцем деланный. Минус 4. Просто. Я поставил свои настройки, 360 Гц мой игра, сейчас я показал, ну, в полном расцвете сил. Отдыхай. Ну ладно, да, ничего, огромным плюсом твоего компа является то, что у тебя огромнейший инвентарь просто. То, что вот давно я с бабочкой не играл, куча кайф его просто вот так ту-ту-ту-ту крутить. Плюс моральку. Моралька нереально, просто вью-вью-вью. Вот эту плавность движения чисто оформляем. Первый. Найс, стоит просто, даже, ну, ему больше я тут запрыгиваю. Видимо, на берку только еще наушники не открылись чувакам. Отдыхай. У меня наушники зарядились в этот момент. Я понял, почему Беркута ничего не слышит. Реально, у Беркута нету наушников. Ты что, серьезно? А как мне инфу слышать? Вот, вот реально, вот столько денег бабахано за комп, а в итоге что? Я бей, гоу, бей. Да, наушники не купил. Ну, без шансов, не-не-не, на своих настройках, на своей сенсе просто 360 Гц с этой мышкой, реально, я думал, я еду чисто так, ну, 360 Гц и много FPS, круто, много FPS, конечно, я не увидел, 360 Гц увидел, но вот эта мышка, это реально импайс, я такую же захотел. Ну и по классике, как бы, запускаю запись ролика, захожу в ММ, всегда кто-то выходит, вот. Отдыхай, друг, в следующий раз нормально научишься пикать. Нет! Нет! Либо челы идут 3-11, они на нож пытаются посмотреть. И тут еще типа диффузит, типа не диффузит. Как они. Нет, все, за КТ сторону. Он своего убил. Не-не, все, за КТ сторону я им и шанса не дам. Я как раз сильнее за КТ сторону. Смахмеда. Би-би-би-би-би. О, как раз, сейчас надо свиспа просто прознать голову. 30 герц сразу будут попадать, чувствую. One mid. Two mid, two mid, two mid. Первая есть. Вторая есть. Попал, попал. Второй сейчас будет хит. Курвал. Сангр. Почему у тебя мышка сама стреляет? Это точно мышка за 30 тысяч? Что это? Я не нажимаю! Это что за ебот за читы? Конфиг свой поставил, вонючий. Это что за бред? Это что за... А, это ты нажимал? Я спалил. Пранкер. Я думаю, у тебя мышка за 30 тысяч лагает. Лютый пранк. Nice one, bro. Okay. Первый. Nice one. Не, надо 30 герц с авиком имба. Хоть я с авиком вообще не любите, тем более после фикса, слава богу, пофиксили, но это просто, типа, ну грех так не играть. Okay. Все. Чем могу по этому сказать? Комп? Ну типа, моник вообще имба. 40-90, конечно, у тебя пока вообще не реализовано. Не хватает компа мощного. Да, не хватает компа и коврика, и все, у тебя будет вообще фул идеальный сетап. То есть... Через 2 недели еще придешь? Конечно. Ну все, давай, я пойду. Все, так, давай. Все, ребяточки, тогда этот ролик я заканчиваю. Так, как запись? А где мышка?